Доброе утро, друзья! Сегодня 6 июля, Норильск. Вечером вчера был дождь, ночью дождь был. Вот, сейчас вроде тепло, 17 градусов. Здесь, в Норильске, очень много комаров, мошкары. И сейчас практически каждый день идет увеличение этих паразитиков, которые мешают работать, кусают. Вот. Говорят, что почти месяц такая будет вот ситуация, потом они исчезают. Вчера был день трудоголиков. Интересный праздник. Вот. Сегодня пометим его, что он был вчера. Утром записываю ролик, поэтому трава стала появляться все больше и больше. Поэтому, наверное, это и есть лето норильское. Всем хорошего настроения. Сегодня обещают быть много производственных задач. Строение планов. Вот, всем больше улыбок. Дым накрыл город. Очень запах серы на губах. Надо быстрее строить эту серную программу, запускать, чтобы выбросов было гораздо меньше. Это то, что важно озвучить. Где живут бывшие вице-премьеры Российской Федерации? Илья Клебанов в Израиле, Альфред Кох в Германии, Аркадий Дворкович в США, Александр Хлопонин в Израиле, Яков Фаренсон в Израиле, Максим Акимов в Израиле, Анатолий Чубайс в Италии, Алексей Кудрин в Израиле, Ольга Голодец в Италии, Виктор Христенко в Испании. Это только вице-премьер. Понятно теперь, почему так все? Оно по-другому быть не могло. Россия спасается милостью Господа Бога. Всегда это говорил и буду говорить. Но вот этот список объясняет практически все с нами происходящее. Не теряйте бодрость духа. Домик маленький, 600-ок садоводства. Крыша ржавая, сарай из 3 досок. Яблоня под яблоками гнется. И 2 пары из 5 носок. Сохнут на веревке у сарая. Рукомойник из бутылки спрайта. Кот лежит на солнце, загорая. До весны не простоит сарай.